Здравствуйте, это Лемей. Скажите, вы мне можете объяснить, что произошло этой ночью между вами и Никоненко? Он мне сказал, что вы теперь партнеры? Просто я думала, что мы деловые люди. Вы мне можете объяснить, чем он вас подкупил? Лемей, милая, мне кажется, вы расстроены. Не расстраивайтесь. Просто на данном этапе мне нужен Феликс. Ничего личного, только бизнес. Что касается нашего с вами сотрудничества, то все остается, как и прежде. Я от своих слов не отказываюсь. Вы правы. Мы деловые люди. А деловые люди видят выгоду во всем. Всего доброго, Лемей. Вашего прихода мы с Сережей очень поругались. Это вы во всем виноваты, это вы его настраиваете против меня. Вы догнали меня, чтобы сообщить мне это? После ваших встреч он сам не свой, мы постоянно ругаемся. Я не хочу, чтобы вы виделись с Сережей. Люда, если вы помните, у меня с Сергеем двое детей. И из-за вас я не собираюсь лишать детей встречи с отцом. Он имеет полное право с ними видеться. Я не имею в виду ваших детей. Пускай видится с ними сколько угодно. Но только не в нашем доме. Хватит к нам приходить. Люда, я думаю, дело совсем не во мне. Дело в том, что Сергей давно любит Наташу Кречет. И ни одна женщина в мире ему больше не нужна. Не нужно мне об этом напоминать, я и так об этом прекрасно знаю. Я думаю, вам по-другому надо устроить свою жизнь. Найти другого мужчину. Поверьте, Сережа не разлюбит Наташу. А жить с мужчиной, который любит другую женщину, это ад. Или вы еще не поняли? Оливковое масло закончилось. Я взяла лимонный сок. Да, и фреш был только апельсиновый. Салат с рукколой. И зеленый дракон. The soy sauce. А что с настроением? Проблемы какие? Дела не идут. Что вам надо? Не лезьте, пожалуйста, не в свое дело. Вот вы, Лемей, не взяли меня в партнеры, а зря. Ну, правда?
Зря. Зря. Я бы вам, между прочим, очень пригодилась бы. И взяла бы за услуги недорого. Рябоконь, уйдите, пожалуйста, с глаз моих долой. Что такое? Положите, пожалуйста, документы. Ты творишь? Ты что, дура? Чего орете? Я сейчас все уберу. Один момент, за тряпкой сбегаю. Да просто какая-то карма работать с идиотами. Наташ, я так рада, что ты вернулась. Мне, кстати, об этом Сергей рассказал. Слушай, ну что мы все обо мне, да обо мне. Ты лучше о себе расскажи. Как вы с Олегом, как Богдан с Валечкой? Я даже не представляла, что жить в селе так трудно. Мало того, что мы затеяли с Олегом свой бизнес, так у нас еще и хозяйство. А я барышня городская. Кур видела только в магазине на прилавке. В общем, сложно это все. Зато теперь ты специалист по сельскому хозяйству. Если бы. Мы с Олегом только учимся. Наташ, мне так стыдно перед вами. Получается, что я счастлива, а вы с Сергеем. Это я во всем виновата. Прости меня, пожалуйста. Лар, не выдумывай. Прошлого ты не вернешь. Все случилось так, как должно было. Поэтому не наговаривай на себя. Нет. Если бы я не цеплялась за брак, у вас сейчас с Сергеем могло бы быть все иначе. Знаешь, как говорят, кто хочет создать семью, тот ее создает. А мы сами виноваты в том, что произошло. Если бы мы оба хотели построить семью, то мы бы сделали это. Да и вообще, Сергей сейчас живет с другой женщиной. Нет, нет, он ее не любит. Люда, конечно, привязана очень к нему, но это какая-то больная привязанность. Я думаю, у них ничего не выйдет. Вот увидишь. Лар, расскажи лучше о Богдане с Валечкой. А ты мне о Машеньке. Угу. Боря, у тебя отличный клуб. Отличный. Девчонки какие хорошие заходят. Кайф просто, а? Боря. Кайф – это суточная прибыль в этом клубе. Который тянет на пол ляма. А эту точку обеспечивает товаром моя фирма. А вот сейчас ты кайфанешь по полной программе. Сейчас мы поедем в клуб, который отоваривает конкуренты. Наимоднейший клуб столицы. Самый яркий, самый дорогой. Послушай, конкуренты везут товар прямо из Колумбии. Дорогой. Они не бодяжат, чем сам понимаешь. Очень мне гадят. Так вот, именно о них хотел тебя и попросить. Сделай так, чтобы они слили мне все свои связи и исчезли. Сделаешь. А залочу? Боря, все сделаем. Все сделаем. Ну что ж, тогда разведка боем. Ну. Поехали, приедем, осмотримся. Может, по ходу, что знаешь, что к чему. Ну, ты же профессионал. Боря, не дрейфь, все будет пучком. Себя как идиот. Это потому, что я тебя очень сильно люблю. Я больше никогда не буду ревновать тебя к Сергею. Знаешь, а мы с Сергеем вчера договорились о том, что он будет видеться с детьми по графику.
разумно. Ты не сердишься на меня? Вика! Чё? Приехала, да? Вернулась? А мы не ждали вас. А вы припёрлись. Вернулась. Так вот, могла бы не возвращаться. Потому что я тебя здесь все равно уже не ждала. Вика, у меня были серьезные причины уехать. Ну, прости меня. А по-моему, ты... Ты просто кинула меня, бросила. Я как дура стояла, орала на всю улицу, звала тебя. С паршивой собакой так не поступают, певица. Я чё? Я чё, хуже собаки, по-твоему? Я думала, мы с тобой подруги после острова. Поверила тебе. Думала, в Тибет поедем или в Индию, где ты там шлялась. Ты знаешь, сколько раз я это место на карте искала, думала, гадала, как ты там и что, а ты? За 8 месяцев ни одного письма, ни одной смс-ки. Все. Отвали, моя черешня, знать тебя больше не хочу. Вик, ну прости, пожалуйста. Я не могла поступить иначе. И в Индии я не была. А где тебя черти носили тогда? В Израиле. И как там мертвое море? Из берегов от счастья не вышло, что ты приехала. Меня с собой было слабо взять. Не злись, пожалуйста. Я думала, что я умру. Все это время я лежала в больнице. Я была серьезно больна, смертельно больна. Чем занимаешься, Феликс? Отчет о ночном задержании строчишь? Угу. Офигеть! Ты просто Шерлок Холмс. Нет, ты Ниро Вульф. Ты Пинкертон в одном флаконе. Как тебе это удается? Виталик, ну кто на что учился? Кто-то бумажки перекладывает, а кто-то преступников ловит. Нет, у тебя просто сверхспособности. Как у тебя получается оказаться в нужном месте? Заметь, начальство — это тоже центр. Да уж, конечно. Что, опять премию выписали? Ну, а ты как думал? Такую, что сердце радуется. Нет, ну вообще. Ну, уму непостижимо. Накрыть в центре Киева колумбийский наркокартель. Ну, это... Ну, на самом деле, я пока накрыл только наркодилеров. Но при правильном подходе они выведут на нужных людей и в Киеве, и в Колумбии, и в Европе. Слушай. В чем твой секрет, Никоненко? Научи. Если бы Федор Иванович меня не уговорил, то я бы с тобой сейчас не разговаривала. Это было похоже на чудо. Я сама до конца не верила, что смогу выздороветь. Но это... Это тебя не оправдывает, Наташка. Мне это ты могла сказать о болезни. Прости. Не доверяешь. Я никому ничего не сказала. Это не вопрос доверия. Я просто не хотела сочувствия. Не хотела видеть слезы родных и близких мне людей. Не хотела, чтобы они страдали из-за меня. Ну, а если бы это дошло до Машеньки? Нет, я считаю, что я поступил правильно. Ты очень сильная певица. В 1000 раз сильнее меня я бы, наверное, не смогла. Этого никто о себе знать не может до определенного момента. А этот следак твой чё? Вы же теперь вместе будете, да? Давай закроем эту тему. Ты лучше скажи, как в фонде? Тебе нравится работать? Ну, типа, да. Но Лиме — это она
мутная какая-то. Она какие-то непонятные дела крутит на фонде, и начальницу себя такую устроит, что на блатной казе не подъедешь. Так, давай с того момента поподробнее. Я не знаю, как тебе объяснить. Я тебе лучше покажу. Так понятнее будет. Подожди, это что, вода? Нет, это сок. Подожди. А откуда это у тебя? Чего орать-то было? Уйдите, пожалуйста, из кабинета, Рыбаконь. Вы меня извините. Вика. От верблюда. Я тебе одно скажу. Меня эта лима чуть не убила, когда я за этим документом на автомате потянулась. Смотри. Вот видишь сумму. Угу. Она была в этот день переведена на счет интерната. А вот другая в этот же день переведена непонятно куда. Да, я вижу. Ты меня это только не сдавай, ладно? Ну, я тебе по-дружески показала. Да, конечно. Только я этот документ себе заберу, ладно? Ну, конечно, какие вопросы, бери. Скажи, а ты не знаешь, где сейчас Лимой? Она в банк собиралась, но... Кто из них Дена? Свои премиальные я получил от начальства, а это твои премиальные от меня. За бумажную работу. Я не понимаю, не понимаю, ну как? Ну не может человек вот так вот фартить постоянно, а? Ну колись давай. Что ты хочешь узнать? Почему я такой удачливый и везучий? Почему преступники идут ко мне прямо в руки? Ну? Да и так все просто. Я не собираюсь работать всю жизнь в Интерполе. Да ясен пень. Я не собираюсь работать всю жизнь в Интерполе. Пенсия, то, сё. Вот. В чем наша с тобой разница? Ты собираешься работать до пенсии, то, сё, а я могу уйти, когда захочу. Честно говоря, не вижу связи между моей пенсией и твоими... методами работы. Объясни. Слушай, в общем, начальству, по большому счету, наплевать на все мои геройства. Ему что важно? И начальству нужны отчеты, графики раскрываемости, ну и пятое-десятое. Но также начальству наплевать на мои грехи, что дает мне некоторое поле для маневра, если ты понимаешь, о чем. Кажется, начинаю понимать. Виталик, в нашем деле либо-либо. Либо ты всю жизнь служишь Родине, не пачкаешь свои белые рученьки, либо время от времени не боишься влезть в дерьмо. В первом случае ты получаешь уважение начальства. Во втором случае уважение начальству, бабло и свободу. То есть ты хочешь сказать, что иногда можно пойти на компромиссы с совестью? Так? Нужно. И тогда в какой-то момент ты начинаешь понимать, что цель оправдывает средства. То есть? Ну, к примеру, о моем ночном подвиге. Начальству приятно, что я не выезжаю из города, задержал наркокартель международного масштаба. Да. Интересно ему, каким способом я это сделал, и самое главное, что я от этого получил. Нет. Потому что наркокартель – это мощь. Да-да. Ну, а дальше додумай сам. Да-да-да-да. Я понимаю. Но ведь могут поймать.
Понимаешь? Вот чтоб не поймали, это уже высший пилотаж. Об этом я за один вечер тебе не расскажу и не научу. Да это я уже понял. Виталик, будешь сотрудничать со мной, только по-настоящему сотрудничать. Я сделаю так, что когда я выйду из Интерпола, ты займешь мое место. М? Вы явно намекали на какого-то человека в Киеве, которому было выгодно, чтобы я исчезла. Скажите, кто это? Ну что ж, вы моя спасительница, и я не вправе что-то скрывать от вас. Это человек-женщина. Я не знаю, чем вы ей мешали. Может, сами спросите у нее при личной встрече. Но именно эта женщина помогла мне устроить концерт в Анкаре, на котором вас похитили. Я заплатил ей за это приличную сумму. Ее имя Ли Мэй Орлова. Уже вы дошли до Маши? Да, Машка спит. Лимей, да? Нам нужно поговорить. Ох, если честно, мне сегодня не до этого. Этот разговор не займет много времени. Ну хорошо, раз ты так настаиваешь, я слушаю тебя, только, пожалуйста, коротко. Лимей. Я хочу заняться делами фонда. Я не понимаю, зачем тебе это нужно. Ты прекрасно обходилась все эти 8 месяцев без фонда. Теперь дела идут прекрасно, благодаря мне и благородным людям, которые все это время помогали материально, вывели фонд из долгов. Я не вижу смысла тебе этим заниматься. Я хочу напомнить тебе, что этот фонд основала моя мама, Диана Левицкая. Да? И я не хотела бы его передавать в чужие руки. Я делаю все, чтобы фонд и интернат процветали. И у тебя сейчас хватает совести называть мои руки чужими? Послушай, Наташа, это ты убежала в критический момент, не я. А сейчас ты говоришь о том, что волнуешься о детях из интерната. Смешно. Я не обязана ни перед кем отчитываться за свои поступки. Но это не так. Я никого не бросала. Значит, на всем показалось, что ты просто надолго уехала. Да? Ты бросила не только фонд. Ты бросила своего ребенка. Я никого и ничего не бросала. Слушай, тебе что, заняться нечем, кроме фонда? Займись Машенькой. Ей нужно внимание и забота. И если вдруг мне понадобится твоя помощь в фонде, я тебе сообщу. А сейчас, прости, мне нужно идти к мужу. Мы привыкли проводить вечера вместе. Мэй! Спокойной ночи. Да ты просто монстр, Феликс. Так оперативно сработал. Надеюсь, еще чуть-чуть, и все мои конкуренты исчезнут с пути. Да. Сегодня у меня прямо день славы. Все от меня в восторге. Это приятно, черт возьми. Мой восторг выражается еще и в денежном эквиваленте. Ты в доле, Феликс. С банками я связываться на данном этапе не хочу. Договорились? Так что, как говорят америкосы, кэш. Боря, деньги есть деньги.
А кэш или карточка значения не имеет. Вот так вот, Наташа. Почти все благотворительные программы свернуты. Я не знаю, как мне детям в глаза смотреть. Тем детям, которые учились здесь, которые по-настоящему талантливы. Неужели все настолько плохо? Вот, смотрите. Конкурс юных пианистов пришлось отменить. Стипендии вокалистам больше не выплачиваются. Наш хор дальше Киевской области никуда не ездит. Куда это годится? Я не понимаю, в чем же тогда заключается благотворительность? Я вам скажу так. Сейчас в интернате учатся всего 10. Всего 10 талантливых детей. А все остальные – это отпрыски богатых родителей, которые платят за обучение и проживание. Среди них есть тоже талантливые, но… Это полностью нарушает первичную концепцию интерната. Я пытался противостоять. Но Ли Мэй все делает по-своему. Когда были по-настоящему тяжелые времена, и зарплату педагогам нечем было платить, от нас ушло несколько учителей. Для нас это было настоящей потерей. Денег не хватало даже на питание. Что уже говорить о поездках, гастролях или покупке новых инструментов? Но набирать классы из мажоров, разве это выход? А что я мог сделать? С ними начались новые поступления денежные. Мне пришлось согласиться с Орловой. Пойти на компромисс. Антон Дмитриевич, скажите, вам же тоже не нравится эта ситуация? Настолько не нравится, что я готов уволиться. Работать стало неинтересно. Я часто вспоминаю свою школу с обычными детьми. Может, стоит все бросить и уйти туда обычным педагогом? Нет, ни в коем случае. Ради памяти моей матери, прошу вас, не увольняйтесь. Я даю вам слово, что я во всем разберусь и все возьму в свои руки. Это было бы самое лучшее, что могло бы случиться с интернатом и фондом за последнее время. Даю слово, что я разберусь в этой ситуации. Привет. Слушай, я очень занят, у меня мало времени. Что-то случилось? Меня достала эта Кричит. Она приехала и везде сует свой нос. Нет, конечно, она в интернат и фонд не залезет, ручки короткие. Ну, родители воспитанников против ее возвращения. Наша компания сработала. Сама сработала на себя. Моталась непонятно где, потом вообще на 8 месяцев исчезла. Так что с фондом, интернатом все нормально. Ну и что? В чем проблема-то? Я не могу начать лечение Левицкого. Она у меня путается под ногами. Это просто наваждение какое-то. Маша, это ее еще. Невозможно ничего сделать. Мы с тобой договорились. Ты должна убрать из дома Кречет. Ну подумай, как? Подумай. Ты что, думаешь, это так просто? Вообще-то это ее дом, если что. Слушай, ну пошевели мозгами. Главное, надавить на ее болевые точки. Удачно надавить, понимаешь? Ну давай, там истерики, скандалы, я не знаю. Ты же профессионал в этом. Давай. Я намерена заняться интернатом и фондом. У меня есть доказательства того, что Ли Мэй ведет дела некорректно. Я уверена, что мама тоже бы не одобрила того, что происходит сейчас в фонде и интернате. Наташенька, ну... Не делай поспешных выводов. Я уверен, что Мэй делает все правильно. У меня нет оснований ей не доверять.
Именно она подставила свои хрупкие плечи, когда наша семья очень нуждалась в помощи. И каждая медаль имеет две стороны. Диана... Главное, что дело Диана живет. О, добрый вечер. Я слышала, вы говорили о делах. Давайте поговорим вместе. Я как глава фонда имею право. Хорошо. Тогда я попрошу тебя объяснить мне вот это. Что это? На что ты тратишь средства, которые меценаты и спонсоры перечисляют на счет интернета? Господи, откуда ты это взяла? Мне это какая-то подделка, и она нам ее предъявляет. Убери, пожалуйста. Как тебе не стыдно? Мне не стыдно, это не фальшивка. Ты тратишь деньги интерната не по назначению. Я жду объяснений. С какой стати я должна объясняться перед тобой? Ты бросила фонд в критический момент. Ты вышла из состава учредителей. И что ты теперь хочешь? Теперь, когда я уже вывела фонд из критической ситуации, Митя, что она от меня хочет, а? Я вас очень прошу, не надо ссориться. Мы, я хочу лишь понять, на что ты тратишь деньги. Ты не имеешь права меня допрашивать. Ты, которая путешествовала по свету и отдыхала, я работала денно и ночно, и тебе любой человек скажет об этом. А вот это никому ничего не докажет, потому что это фальшивая какая-то бумажка. Митя, дорогой, что с тобой? Ты видишь, что ты сделала с человеком, что ты натворила? Никакого такта. Пожалей его. Пойдем, я тебя отведу. Да, дорогая, я сам. Ну, как ты сам? Ты вон на ногах не стоишь, бесстыжая. Пойдем. Наш разговор еще не окончен. Как это все некрасиво, как неприятно. Наташа, зачем она? Мэй, да? Пожалуйста, не ссорьтесь, Наташа. Я очень не люблю... конфликты, выяснение отношений, это все очень грубо. Митя, милый, ну ты же видишь, это не я начала. Ну ты не переживай. Я обязательно придумаю, как разрешить эту ситуацию. Что такое? Может, дать тебе лекарство от головной боли? Да, наверное. Голова просто раскалывается. У меня есть одно очень хорошее французское средство. Пару капель. И боль уйдет. Ты уснешь. Станет тебе намного лучше. Что себе позволяешь? Ты забыла, кто ты? Ты забыла, что твой отец солдафон, а мать шлюха? Что происходит? Боже мой, она меня... Ой, избила меня!
Мэй так плохо, что она даже не смогла встать. Я вызвал врача. Нужно проверить, нет ли у нее сотрясения мозга. Митя, я не думаю, что там сотрясение мозга. Ее бы тошнило. И потом, Наташа никогда бы не ударила ли Мэй просто так. Наверное, на то есть веские причины. Какие? Какие могут быть причины, чтобы ударить человека, Ольга? Женщину, мою жену? Митенька. Нет, я не желаю слушать никаких объяснений. Я никому не позволю в моем доме распускать руки. Наташа, после того, что случилось вчера, ты больше не можешь оставаться в этом доме. Митя, может, все-таки стоит выслушать Наташу? В ссоре так не бывает, чтобы была права только одна. Да я не желаю слушать никаких объяснений. То, что Наташа сделала вчера с моей женой, недопустимо, и точка. Хорошо. Я уйду. Но только с Машенькой. И где ты собираешься жить с ней? На съемной квартире? Нет. Девочка останется у нас. Здесь ей будет лучше. И не забывай, что именно на нас оформлено опекунство над Машенькой. Не катись. Мама! Мамочка! Не уходи! Машенька! Нет, ну как она могла? Спасибо. Нет, я понимаю, Наташа девушка с характером. Ну, ударите кого ли, Мэй? Да, Митя, успокойся. Знаешь, твоя Мэй далеко не подарок. Лежи. И не надо делать из Наташи монстра. Дмитрий Тимофеевич. Что все это значит? Наташа, мы ведь, кажется, с тобой договорились. Значит так, я не могу оставить Машу. Самое главное, что она хочет быть со мной. Или для вас желание ребенка уже ничего не значит? Она еще маленькая и многого не понимает. Маша достаточно взрослая, чтобы понимать, где и с кем ей будет лучше. Ты решила вернуться? У тебя совсем нет совести? Не гряди на мою маму, ты плохая! Митя, ты видишь, она настраивает ребенка против нас. Наташа, это возмутительно! Хочу быть с мамой. Так, Митя, Лимей, прекратите. Ну, хватит скандалить, в конце концов. А неужели вы же оба прекрасно понимаете, что Наташа любит Машеньку, девочке нужна мама и... Ольга Васильевна. Что? Мы сами разберемся. Вас никто не просит вмешиваться. Лимей, все, что происходит в этом доме, меня касается. Что? Ольга, пожалуйста, Митя? Забери Машеньку и успокой. Хорошо. Да. Машенька, давай пойдем со мной, а? Нет, не хочу! Хочу быть с мамой! Солнышко, я... Пойдем посмотрим, что приготовил дедушка Паша, да? Машенька, солнышко мое, помни, что я тебе сказала. Все будет хорошо. Угу. Беги. Пойдем. Пойдем, малыш, пойдем. Ты ей не говорила. Митя, она манипулирует ребенком. Если кто-то кем-то и манипулирует, то точно не я. Ты наглая девушка. Я сейчас вызову полицию, если ты отсюда не уйдешь. Я никуда не уйду без Маши. Да ты что? Надо же.
С ума сойти. Заботливая мама. Когда ты о ней последний раз вспомнила? Ты же играешь с ней, как с куклой. А она человек. Она ребенок. Нормальная мать. Никогда так не поступит. У меня были причины, и ты о них прекрасно знаешь. Это все отговорки. Наташенька. Что? Я согласен с Лимей. Пока тебя не было, мы заботились о Машеньке. Она жила в нашем доме. Она привыкла к нам, к нашему дому. Мы любим ее. У нас ей хорошо. Наташенька, ну вот скажи, ну где вы собираетесь жить? Ну, а если ты вдруг куда-нибудь опять уедешь, с кем останется Машенька? Ну, Наташ, ну нельзя быть такой эгоисткой. Дмитрий Тимофеевич, будьте осторожны. Вы в ловушке. А Машеньку я все равно заберу. Так вот не удержалась и врезала ей. Хотя сейчас жалею. Да и надо было еще пару фингалов под глаз подставить. Так, для верности. Мало того, что эта коза на фонде какую-то фигню мутит, так еще и дочку тебе не хочет отдавать. Ну нарывается ж, сама нарывается. Успокойся, ей хватит. Ты не забудь добавить «пока». Там посмотрим. Ну да ладно, певица. Ну не раскисай, а? Все будет джаз. Вернем мы твою малую. Да я не сомневаюсь. Мне сейчас главное квартиру снять. Слушай, а можно я с тобой поживу? И пока то да сё. Да, конечно, я буду очень рада. Спасибо, Наташка, ты человек. Вик, да не благодари пока, я ж жилье еще не нашла. Ой, вон, к вечеру будем новоселье справлять. Ты, главное, скажи, в каком районе квартиру искать? Ну, там, метраж, этаж? Да мне все равно. Ты, главное, уложись в эту сумму. Ясно. Так а ты куда собираешься? Хочу с Левой поговорить. Проконсультироваться по поводу ситуации с Машенькой. Может, он что-то подскажет. Угу, так давай тогда я твою сумку заберу. Что ты с ней по городу мотаться будешь? Ну, а ты чего? Не, ну, мне же приятно. Денисе. Давай, побежала. Да, давай. Привет, пап. Мне сказала Ольга, что ты заболел. Что у тебя сердце, давление. Не знаю. Странное состояние. Голова как чужая, будто в тумане. И давно это с тобой? Пару дней. Может, больше, я не помню. Что это значит, я не помню? Папа, не пугай меня. Значит, нужно вызвать врача. Да, наверное. Наташа где? Я хочу с ней поговорить. Наташа ушла. Когда вернется? Я не знаю. Не поняла. Наташа вчера подралась с Лимой. Подралась? Ничего себе. После такого она не может здесь оставаться. Ты что, выгнал Наташу? По-твоему, я поступил неправильно? Ты серьезно? Из-за какой-то перепалки со своей женой ты выгнал ее на улицу? Какой-то. У Лимей рассечена бровь. Целый вечер у нее болела и кружилась голова. Возможно, у нее сотрясение мозга. Да я уверена, что это Лимей ее спровоцировала. Она не могла! Нет, могла! Да я поверю в то, что она сама ударилась головой, нежели в то, что Наташа была зачинщиком драки. Женечка, как ты можешь так говорить о Лимей? Могу. Папа, не будь наивным. Стоп, а Маша? Машенька осталась с нами. Вы что, не отдали Наташе ребенка? Вы в своем уме? Папа, у тебя совесть есть? Женечка, я прошу тебя, не кричи, мне очень плохо. Между прочим, Наташа подозревает в том, что Лимей нечестно ведет дела фонда. Ты меня вообще слышишь? Женечка,
Я очень устал. Давай поговорим в другой раз. У меня болит голова, и я хочу спать. Хорошо. Телевизор. Валерьяночка и этот кофеечек. Но ты меня разочаровываешь. Женя, что за выходки? Это ты мне расскажи, что за выходки. Желательно в подробностях, если это тебя не затруднит. Ты как посмела выгнать Наташу?